вообще два броска в створ Пулкин нанес в сегодняшней встрече. Но первый же у него бросок в матче оказался голевым. Контратака Металлурга. Зернов бросает. И я думаю, все. Для трактора все. Этот матч не спасти. 5-2. Магнитка таки дождалась своего шанса. Дождалась контратаки. И Зернов, который не сумел пробить Хэммонда в первом периоде, забивает в эти же ворота уже в третьем. Но Илье Проскурякову. Первая пропущенная шайба Проскуряковым сегодня.